Яко Твоей царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Яко Твоей царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Спаси души наши, Господу.
нашем святейшем патриарсе Кирилле, господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Германии, честном пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте людей Господу помолимся. Господи, помилуй. О Богу, храни мей стране нашей России, всей власти и воинстве, я Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране верой живущим, и Господу помолимся. Господи, помилуй. Растворение воздуховой изобилии плодов земных и временных мирной, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недугующих, страдающих, плененных и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Божией Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию со всеми святыми, помянувшие сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Глас первый, Господи, возвал к Тебе, услыши меня, Господи. Меня как праведницы должны воздать мне, и будет разлад.
Прокимем глаз четвертый, разделишь ризы моя себе, и одежде моей меташа жребие. Разделишь ризы моя себе.
исхода чтение. Глагола Господь к Моисею лицем к лицу, якоже аще бы кто возглаголал к своему другу, и отпущавшийся в полк, слуга же Иисус и Навин, юноша, не исхождавший из скинии, и речей Моисей ко Господу, все ты мне глаголишь, изведи люди сия, ты же не явил миссии, кого послеши со мною, ты же мне рекалоси, вем тебя паче всех, и благодать имаше у мене, ащу бы обрето благодать предо тобою, явиме тебе самаго, да разумно вижду тебя, я куда обред буду благодать предо тобою, и да познаю, яко людей твоей язык велик сей. И глагол ему Господи, аза, сам предыду предо тобою и упокою тебя, и рече к нему Моисея, аще сам ты не идешь и с нами, да не изведешь имя отсюду. И как уведомо будет воистину, яко обрето благодатью тебе, аз же и люди твои точи, идущие те с нами. И прославлен буду аз же и люди твои, паче всех язык и лице суть на земле. Рече же Господь к Моисею, и сие тебе слово я же реклась и сотворю, обрел бы и благодать предо мною, и вем тебя паче всех. И глаголы Моисея, покажи мне славу твою, и рече Господь к Моисею, аза, предыду предо тобою славою моею, и воззову о имени моем, Господи предо тобою, и помилую его же, аще милую, и ущедрю его же, аще щедрю. И рече, невозможешь видеть лица моего, небо узрит человек лице мое и жив будет. И рече Господи, се место у меня, и станешь и на камени, егда же предет слава моя, и положу тебя в разоселени камени, и покрыю рукой моею над тобою, донде же мимо иду, и отыму руку мою, и тогда узришь сзади меня, лице же мое не явится тебе. И мудрости. Прокимен глаз четвертый, суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. И вочтение. Господи, благослови последнее Иовля, неже прежнее, бях уже скоть Егове 14 тысяч, верблюдов 6 тысяч, супруг валов 1000, ослиды стадных 1000, родишежися ему сынови 7 и чери 3, и нарече первую убодение, вторую же Кассию, третью же Амалфеев рога, и не обретошися подобней в лепоте дочерям Иовлем в Поднебеснее, даде же им отец наследие братья их, поживе же Иов по язве лет 170, всех же лет поживе 248, и виде Иов сына своя и сына сынов своих, даже до четвертого рода, и скончася Иов стар, и исполн дней, писано же из паки, восстать ему, с ними же Господь восставит и. Так оттолкуется от сирские книги, в земли убы живы, а все те действия, на пределах и Думеи, и Аравии, прежде же бяше имя ему Иовава, в зем же жену Аравленину, ради сына ему же имя Енона, беже той отца оба Зарефа, и Савовых сынов сын матери же Воссоры, яко же быть ему
пятому от Авраама. Пророчество Исаии на чтение. Так оглаголит Господи, все уразумеет отрок мой, и вознесется, и прославится зелон. Яко же ужаснутся о тебе мнозе, так обезославится человек вида твой, и слава твоя, сынов человеческих. Так удивятся языцы мнозе о нема, и заградят цари уста своя, яко им же не возвестись о нем узрят, и же не слышишь, а уразумеют. Господи, кто веровал слуху нашему, и мышца Господня кому открыся? Возвестихом, яко трача пред нима, яко корень земли жаждущий, несть вида ему ниже славы, и видих им его, ни мяше вида, ни доброты. Но вид его бесчестен, умален паче всех сынов человеческих, человек в язве сы, и ведай терпеть и болезни, яко отвратися лице его, бесчестно бы си не вминися. Все грехи наши носит, и у нас болезнует, и мы вменихом его быть и в труде, и в язве от Бога и его озлоблении. Той же язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззаконие наше. Наказание мира нашего на нема, язвою его мы исцелехома, всеяко овцы заблудихома, человек от пути своего заблуди, и Господь предаде его грех ради наших, и то из-за не озлоблен бысть не отверзает уст своих, яко овчан на заколени ведеся, и яко агнец предостригущим его безгласенно, так и не отверзает уст своих. Во смирении его суд его взяться, род же его кто исповесть, яко в землица от земли живот его, ради беззакония людей моих ведеся на смерть, и дам лукавое вместо погребения его, и богатые вместо смерти его, яко беззаконие не сотвори, ниже обретися лесть в ух тех его. И Господи хочет очистить его от язвы, аще дастся о гресе, душа ваша узрит семя долгоживотное, и хочет Господи рукою своей отъять и болезнь от души его, явить ему свет и создать разумом, оправдать и праведного, благослужащим многим и грехих, то и понесет, сего ради то и наследит многих, и крепких разделит корысти, за не предана бысть на смерть душа его, и со беззаконными вменися, и то и грехи многих вознесе, и за беззаконие их предан бысть, возвеселись не плоды нерождающие, возгласи и возопие, не чрево болевшая, яко много чада пустые паче, нежели муще мужа. И духове твоему, прокимен глаз шестые, положишими о брови преисподнем, в темных и сене смертней. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и ночи пред Тобою. Положи же в крови Преисподней в темной кресте не смертней. Положи же мя в крови Преисподней в темной кресте не смертней. Премудрости. Коринфянам послание святого апостола Павла, чтение. Братие, слово крестное, погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Писано бо есть, погублю премудрость премудрых, и разум разумных отвергу. Где премудра,
где книжник, где совопросник века сего? Не обуили Бога премудрость мира сего? Понеже Бог премудрости Божией, не разуми мир премудрости Бога, благоизволил Бога буйством проповеди спасти верующих, понеже иудеи знамения просят, и еле не премудрости ищут. Мы же проповедуем Христа распята, иудеям уба соблазн, еленам же безумие, самим же званым иудеям и еленам Христа, Божию силу и Божию премудрость. Мир тебе. И Духове Твоему премудрости. Пилат
Боже, отриже Твоего тулу, и возложивши верху главы Его вину, Его написано, все есть Иисус, Царь Иудейский, тогда распятши с Ним два разбойника, единого одесную, единого ошую, един же обешенную злодею, хулиши Его глаголя, аще Ты си Христос, спаси себе и наю, и отвечавши другие, кричавши Ему глаголя, не Ты ли, боишься Бога, яко в том же осуждении сии, и мил во правду достойное Бог под делом на его сприемлива, свеча не единого зла сотвори, и глаголыши Иисусови, помяни имя Господи, да приидешь его царствие сии, и рече ему Иисус, аминь, глаголю тебе, дни со мной будешь и в раи, не уходящий же кулиху его, покивающие главами своими глаголющие, разоряй церковь тремя днями, созидай, спасися сам, паче Сын Иси Божий, снидется Христа, так вот же и архиерея в кругах, ругающийся с книжники и старцы фарисеи в Ладолоху, имея спасе себе или не может спасти, а считай Израилев есть, да снидет снидется Христа, и веруем в Него, упова на Бога, да избавит ныне Его, аще хочет Ему, рече Бо, яко Божий есть им Сына, Божий же и разбойника распятая с ней понашаста Ему, от шестаго же часа от мабы из по всей земли до часа девятого, по девятом же часе его запису с гласом верии, глаголя, иди, иди, лима, совокпани, еже есть Боже мой, в свое имя и все уставил, Неси же от устоящих, слышавших глагола, хуя крылью глашай сей, я обетек един от них и прием губу, исполним же отста и вонзе на трость, напояши его, прочие же глаголы ху остави, да видим, а че придет Илья спасти его, Иисус же паке его запи, глазом вели, вели им и спусти духа, и все завеса церковная раздрася на двое, с вышника в края до нижнего, и земля потрясеся, и камень распадеся, и гроби отверзошися, и много отеса усопших святых восставших, и шедших из гробы, по воскресенье Его, внедушего святых град, явившийся нозием, сотни же и же с ним стригущие, Иисуса, видевший трусы, бывшие, убоявшиеся делу благующие, воистину Божий Сын, веселье, Иудеи же, понеже пяток, беда не останут на кресте телеса, во субботу, где бы велик день, то я субботы, молишет Пилата, да прибьют голени их и возмут. Придоши же войне, первому бы прибиши голени, другому распятому с ним. На Иисуса же пришедше, яко, видевши его, уже умерше, не прибиши ему голени, но едино двойка пьем ребра ему прободе, и обидит и кровь, и вода. И видел и свидетельство истины, и свидетельство Его, и той весть, яко истину глаголит, да вы веру имете. Выше бы сия да сбудется Писание, пусть не сокрушится от Него, и паки другое Писание глаголит, возряд на них уже пропадоша. Яко же твои жены, многие издалеча зрящие, я же и тоша по Иисусе от Галилеи, служащий Ему. В них же Мария Магдалина и Мария, Иакова и Иосии, Матии, и мати сыну Завидеву, возле же бывшего прежний человек богатый, Таримофея именем Иосиф, и же и сам учися у Иисуса. Все приступили к Пилату, просители все Иисусова, когда Пилату передаст и тело, и прием тело Иосиф, побит ей плащаницу чистую, и положи ей в новом своем гробе, и Божий стече в камени, и возвали камень двери на двери гроба от Изи, где же ту Мария Магдалина и другая Мария, сидящая прямо в гробу. Yeah.
Слава Тебе,
обешена, яко видя на кресте Сына и Господа, дева чистая, терзающаяся вопияши горцы, со другими женами и стенящей глаголаши. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вижу Тебя ныне, возлюбленная моя чада и любимая, на кресте висяща, и уязвляюся, горцы, сердцем речи чистая, но дашь слово благие рабе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Волею Сыне мой творчая, терпиши на древе лютую смерть, дева глаголаше предстоящую креста, со возлюбленным учеником и ныне и присно во веки веков. Аминь. Ныне моего чаяния, радости и веселья, Сына моего и Господа лишена бы их, увы мне болезную сердцем чистое плачущие глаголаше. Тебе, страха ради иудейской, Петр, скрыся, и все отбегуши вер, не оставивши Христа, девы рыдающие глаголаше. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, о страшном Твоем Рождестве, странном Сыне мой, паче всех матерей, возвеличено бы хаза, но вы мне, ныне Тя видящий на древе, распалаюся утробою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, хочу утробу мою на руку. Им же, яко младенца держа, с древа приятия вещаше чистое, но никто же, увы, мне сего даде, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все свет мой сладкий, надежды живут мой благий, Бог мой, угаси на кресте, распалаюсь утробою дева, стенящий глаголаше. Тебе, Боже наш, слава Тебе, страха ради иудейской, Петр, скрися, и ты, подвигуши вернее, оставши Христа, дева рыдающий, глаголаши, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, но страшно Твоем Рождестве, и странном Сыне мой, паче всех матерей возвеличена, быхас, но вы мне ныне Тя видящий на древе, распалаюся утробою, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, хочу утробу мою на руку, има же, яко младенца, держав с древа приятия, вещаше чистое, но никто же, увы, мне сего даде, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все свет мой сладкий, надежда и живот мой благий, Бог мой угаси на кресте, распалаюся утробою, дева, стенящий глаголаше. Растерзайся, рыдайся и девяйся, вкупе с Никодимом снятый Осип, и целовав пречистое тело, рыдаши, стеняши, паяя его яко Бога. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, приимши его с плачем. Мать нескусомужная, положи на колено молящего со слезами, облобызающий горца же рыдающий, восклицающий славу Твою Сыну и Святому Духу. Едина надежда живот владыка, Сыне мой и Боже, воочию свет раба Твоя имея, к ныне же лишена бы в Тебе, сладкое мое чадо и любимое, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Болезни, скорби, вздыхания, бретушемя, увы мне чистые горцы, рыдающие глаголаше, видящие Тя чадо мое возлюбленное, наго и уединенное, и вонями помаза мертвеца. Ты живот мой, Богу милуй.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, мертво Тя зрел, человеколюбче, оживившего мертвое и содержащегося, уязвляюся, люте утробою, хотела бы с Тобой умреть, и пречистое глаголыше, не терплю бы без дыхания мертво Тя, видеть и слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, дивлюся зрящий Тя, приблаги Божий, пречедрый Господи, без славы и без дыхания, и безобразно плачуся, плачуся, держащий Тя, яко не надеяхся, увы, мне видите Тя, Сыне мой и Боже, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, не изглаголишь ли рабе Твоей слово, Слове Божие, не ущедришь ли, Владыка, Тебе росшую, глаголыши чистое, рыдающее и плачущее, облобызающее тело Господа Своего, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Помышляю, Владыка, яко к тому сладкого Твоего не услышу гласа, ни добро Ты лица Твоего узрю, яко же прежде раба Твоя, ибо зашел Иси, Сыне мой, от очию моею. Тебе, Боже наш, слава Тебе, где Сыне мое, Боже, благовещение древнее, ежеми говорил глаголыше царя Тя, Сына и Бога Вышнего нарицаше, ныне же вижу Тя, свете мой сладкий, наго и уязвлено мертвеца. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, избавляй болезни, ныне прими мя с Тобою, Сыне мой, Боже, да сниду владыка ват с Тобой аз. И не остави меня едину, уже бы жить я не терплю, не видящи Тебе сладкого моего света, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с другими женами-мироносицами, рыдающие непорочные горцы и носимо, видящих Христа глаголыши, увы, мне что вижу, кому идешь и ныне, Сыне мой, а мне единую оставляешь, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Изнемогающие, рыдающие, непорочные, мироносицам глаголыши, срыдайтеми и сплачетеся, горцы, сибо свет мой сладкий, учитель ваш, гробу предается. И славе непреподобным росту источались, и крови на наши головы попалились, все благодарящие Христе, то Твое же воздействие, вся превозносимо, вся вести. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, деву рыдающую Иосиф, видев, растерзавшийся весь, и вопияши горько, как у Тя, о Боже мой, ныне погребу раб Твой, какими плащаницами обвию тело Твое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, пачу мапре взыде, странное Твое видение, носящего тварь всю Господа, сего ради Иосиф, яко мертву Тя на руку, своею и с Никодимом носит и погребает, благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа. Странную вижу и преславную тайну, деву вопияши Сыну и Господу, как и в худом гробе полагающейся мертвая, повелением оставляя во гробях. И ныне и присно и во веки веков, аминь, не от гроба Твоего восстану, чадо мои не слезы, то чаще пристану раба Твоя, донде же я сниду ад, не могу бы терпеть и разлучение моего Сыне мое. Хвалим. Хвалим, благословим, поклоняемся Господи, поющий и превозносящий во все веки. Тебе, Боже наш, слава Тебе, радость мне не колеже, от сели припосницы, рыдающие глаголыши непорочные, свет мой, радость моя, во гроб зайди, но не оставлю его единого, здесь же умру и спогребуся ему, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, душевную мою язву не исцели, чадо мое, пречистое вопияше слезяще, воскресни и утоли мою болезнь и печаль, можешь, ибо, Владыка, или как хочешь, и творишь,
аще и погреблося еси волею, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, у как утаилося, тебе есть бездна щедрот, матери, тайне изрече Господь, тварьбу мою хотя спасти, изволих умреть, но и воскреснуть, и тебе возвеличу, яко Бог небесе и земли, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Воспою милосердие твое, человеколюбче, и поклоняюся богатству милости твоя, владыка, создание Бо твое, хотя спасти смерть подъял еси, рече пречистое, но воскресением твоим спаси, помилуй всех нас. Сы благословен Христос, Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Утверди, Боже. Утверди, Боже, святой православный мир, православный христиан, во веки веков. Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшая, херувима, славнейшая, без сравнения, Серафим. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Нас ради человека вы нашего, ради спасения страшные страсти и животворящие кресты, вольные погребения плотью, изволивые Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери, и всех святых помилует и спасет нас, и к благе человека любит. Великого Господина, Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского Ирония, и Господина нашего смерти нашего Бога Христа, когда Христос был распят, незаконно осужден и казнен, распят на кресте, пролил кровь ради спасения всего человечества и всей вселенной, и был погребен в гробе, положен в гроб, как это делается с каждым умершим человеком. И Церковь вспоминает все главнейшие события жизни Христа. И, конечно же, события распятия Христа и его смерти и погребения являются одним из самых важных, ключевых моментов, переходных. Это ступень, после которой наступает торжество христианства. Если до казни Христовой Христос лишь проповедовал о том, что должно совершиться, то именно сегодня, Великий Пяток, после Тайной Вечери, совершается эта жертва во искупление грехов всего мироздания. Когда-то Адам и Ева согрешили, теперь Христос искупает их грех. Когда-то их руки устремились к кушению запретного плода, теперь же руки Христа в послушании пригвождаются ко кресту. Когда-то ноги Адама и Евы поспешили к запретному дереву для кушения запретного плода, теперь же ноги Христовы в послушании Богу Отцу пригвождаются ко кресту. Так учат святые отцы, так они пишут. И как уста Адама и Евы вкусили сладкий запретный плод, так же и Христос
вкушает горькую желчь и оцет. Подобно тому, как Адам и Ева сердце свое отдали дьяволу на поругание, так же Христос теперь прободает свое сердце в послушании Богу Отцу и всего себя отдает Ему. И через этот подвиг, через эту жертву Он совершает спасение всего мира. Как бы излечивает, исцеляет своими ранами те раны, которые были нанесены человеку первородным грехом, и те раны, которые наносятся человеком каждым, самому себе, своими собственными грехами. И те древние жертвы, которые приносило человечество, жертвы во искупление грехов народа, отдельных людей, частных грехов своих собственных, все эти жертвы были лишь прообразом той жертвы, которую совершил Христос сегодня. И мы вспоминаем это событие, и, как я говорил на одной из своих последних проповедей, мы вспоминаем, и что делаем еще? И подражаем. И вот в подражание о погребении Христовом мы полагаем плащаницу с изображением как раз события, положения Христа в гроб, и читаем молитвы соответствующие, совершаем коленопреклонение перед нашим Богом, который ради нашего с вами спасения, ради любви каждому из нас пострадал, испытал физическую боль и страдания, унижение, пролил свою кровь и подарил каждому из нас путь в Царствие Божие, воскресение, прохождение мимо смерти, когда смерть пройдет мимо каждого из нас, не захватит навечно душу христианина, а пройдет мимо. Да, будет смерть телесная, но смерть души никогда для христианина. Поэтому Пасха, прохождение мимо. Смерть пусть не тронет ни одного из нас, потому что Христос победил смерть. И мы, давайте с вами будем вместе со Христом, поклоняемся страстям Христовым, почитаем крест Христов и лобызаем раны Его. И сейчас каждый из вас пусть подойдет с коленопреклонениями, совершит лобызание Святой Плащаницы. Сначала целуйте Евангелие, затем стопы Христовы и совершайте третий земной поклон. Так положено по уставу церковному. Лик Христа целовать никто да не дерзнет. Не положено в лицо целовать Христа, ибо никто из нас не равен Христу. Так же? Так. И сейчас, после целования Христа, некоторый промежуток отдохнем времени, и будет совершаться вечернее богослужение в 16:30 молитвы перед исповедью, в 17:00 утренняя с чином погребения Христа, вынос плащаницы, будет крестный ход вокруг храма. В общем, оставайтесь на службу для того, чтобы поклониться и почитать страсти Христовы. Спасибо. Спасибо. Не толкайтесь, пусть каждый в порядке очереди подходит. Здесь поклоны делаем.
Тебе, показавшему нам свет. Thank you.
Среди поля все живяши полно костей человеческих, и обведемя окрест их около, и се ноги зело на лице поля се, сухи зело. Перече ко мне, сыне человеч, оживут ли кости сия, переко, Господи Боже, ты весь и сия. Перече ко мне, сыне человеч, прорцы на кости сия и речеши им, кости сухие, слышите слово Господне. Все глаголит Адонаи Господи, костям сим, все аза введу вас до животина, и дам на вас жилы, и возведу на вас плоть, и простру по вам кожу, и дам дух мой вас, и оживите, и увесте, яко азы есим Господи, и прореков, яко же заповедами Господи, и бысь гласник дам, и пророчествуйте, и се трус, и совокупляхуся кости, кость к кости, каежды к составу своему. И видях и се вешаем жилы, и плоть растяше, и восхождаше, и протяжеся им кожа верху, духа же небяше в них. И рече ко мне, прорцы одусе, прорцы, сыне человеч, ирцы духови, сия глаголит Адонаи Господи, о четырех ветрах приди души. И в доме на мертвые сия и да живут, и прорекох, як уже повелеми, и в ниде вня ду жизни и ожиша, и сташа на ногах своих собор мног зело, и рече Господь ко мне глаголя, сыне человеч, сия кости, весь дом Израилев есть, тибо глаголют, сухи выше кости наша, погиби надежда наша, убиение пыхом, того ради прорцы, сыне человеч, ирцы к ним, сия глаголит Адонаи Господи, сен, аза, отверзу гроби ваша, и изведу вас от гроб ваших, люди мои, и веду в землю Израилеву, и увесте, як вас есим Господи, в них да отверстиями гробы ваша, еже возвестими вас от гробов ваших, люди мои, и дам дух мой вас, и живи будете. И поставлю вы на земли вашей, и увесте, як вас Господи, глаголах и сотворю, глаголит Адонаи Господь. Он мне прокимен глаз седьмые, воскресенье.
воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя. Послание святого апостола Павла, чтение. Братья, мал квас, все смешение квасе, очистите бы ветхий квас, да будете ново смешение, яко же есть и безкваснее. Ибо Пасха наша, заны пожрен бысь Христос, тем же да празднуем не в квасе ветхе, не в квасе злобы и лукавства, но без квасе их чистоты и истины. Христос заны искупил есть от клятвы законные, быв по нас клятва. Писано бы есть, проклят вся и висе на древе, да в языце благословение Авраам ли будет о Христе Иисусе. Да обетование Духа вер примем верою. Мир тебе и Духове Твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И добежат от лица Его, ненавидящие Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Божия, а праведницы да возвеселятся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость, прости, услышим святого Евангелия, мир всем. От Матфея святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Во утре день, и же есть по пятце, собравшись архиерей и фарисей к Пилату, глаголюще, Господи, помянухам, яко льстец, он рече исчезы и живы, по триех днях восстану. Повели убо утвердите гроб до третьего дне, да никак пришедшие ученицы его нощию украдут его и рекут люди, восстал от мертвых, и будет последняя лесть горша первая. Рече же им Пилат, им оти к устадию, идите, утвердите, яко же весте. Они же шедши, утвердиша гробы, знаменовши камень с кустодиею. Слава тебе, Господи, слава тебе. Рцем си от сия души, от сего помышления наши горцем. Господи, Божий.
Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молитесь, услыши и помилуем. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молитесь, услыши и помилуем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще и молимся о великом Господине, Отце нашим, святейшем патриарсе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германии, и все во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще и молимся о Богохранимии и стране нашей России, все властях и воинстве, и яда тихое и безмолвное житие поживем, о всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще и молимся о блаженных и преснопамятных создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще и молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении и прощении оставлений грехов рабов Божии, братья святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще и молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестном храме, всем трудающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человек и любец Бог есть, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, весь. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, Господу просим. Помилуй, Господи. Помилуй, мирно, верно, наставника, хранителя, души, телец наших, у Господу просим. Помилуй, Господи. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господу просим. Помилуй, Господи. Добрых и полезных душам нашим и миромирове у Господа просим. Помилуй, Господи. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Помилуй, Господи. Христианские кончины живота нашего без болезни, но непостыдно мирно и доброго ответа на страшник судящий Христове просим. Помилуй, Господи. Чистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Как Бог милости, щедрот и человеколюбия и сил, и Тебе славу высылает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Мир всем. И Твоего. И наше Господи, ви преклони. Тебе, Господи. Моего есть ежемиловать и спасательный Боже наш, Тебе славу высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Премудро. Благословен. Сы благословен Христос Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Святая Богородице, спаси нас. Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, без искренне Богослава Рожицу, Сущая Богородица, Тебя величаваем. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же нас ради человека и нашего ради спасения страшные страсти, животворящие крест и вольные погребения,
Господь изволивый, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, и всех святых помилует и спасет нас, всех в благе человека любит. Великого Господина, Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Высокого Преосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, братья и прихожи Святого Храма сего, Бога хранила и страну нашу российскую и вся православные христиане. Господи, сохрани и давно. Дорогие братья и сестры, с утренней Великой Субботы поздравляю всех. На этом богослужении Церковь вспоминает события погребения Христа, положение Его во гроб. И церковные тексты богослужебные исполнены великой глубокой поэзией, связанной с личностью Иисуса Христа, с личностью Бога-человека. А сейчас по уставу положена проповедь. Во время проповеди к ополченице не положено прикладываться. Понятно? Один профессор философии, богословия, он говорил так, что вот эти богослужебные тексты, которые поются в Страстную Седмицу, в последние дни Страстной Седмицы, на Пасху, говорят, по этим текстам можно написать десятки, сотни, наверное, докторских диссертаций по разным направлениям. Настолько полны смысла, трогательности эти богослужебные тексты. Церковные поэты, наверное, изложили максимум своей способности изящного поэтического творчества. Образы, которые предлагают нам церковные гимнографы, описывая события осуждения Христа, Его унижения, распятия, смерти, погребения. Эти образы настолько глубокомысленны, они и богословски совершенны, и поэтически прекрасны. Ну, например, сегодня вот мы читали вот эти умилительные стихи на непорочных, на катехизмах. Один из самых таких рабочих образов – это образ света. Христос – это Бог, а Бог есть предвечный нетварный свет. И вот этот свет приходит во тьму творения, падшего творения. И затем, обволекаясь в нашу несовершенную грешную плоть, он еще и ниже спускается, в самые глубины, в самые потемки, как бы погреба бытия, в ад. Это темница, в которой пребывали души всех ветхозаветных усопших людей, даже праведников и даже святых. И вот свет снисходит в ад, и адская тьма не может противостоять силе божественного нетварного света, и тьма убегает, и свет побеждает эту тьму. Это один из образов. Другой образ – это образ семени. Христос понимается как некое семя, которое влагается в землю и затем дает плод. Ну и сам Христос рассказывал притчу о семени, которое, если оно не умрет, будучи погребенным в земле, то не принесет плода, а так и останется одно. И вот повествуется о том, что Христос погребается, полагается во гроб, душа его не сходит в ад, но ад не удерживает души Христовой и как бы изблевывает из себя Христа, его душу, не может удержать в себе царя Вселенной. И вместе со Христом исходят души всех ветхозаветных праведников. Они исходят оттуда, из глубины ада, из темницы бытия. Выходят и вместе со Христом входят в рай, божественный сад, который от начала предуготовлен для человечества. И как бы получается, что это семя, единый человек, который умер ради спасения всего мира, это семя, погружаясь под землю и, так сказать, погружаясь в глубины бытия, оттуда низводит всю полноту человечества. Он выводит оттуда Адама и Еву. Еще один, например, сюжет, когда говорится о том, что Дева Мария рыдает: «Зачем ты покидаешь меня, мой возлюбленный сын?» А
Христос говорит, а я пришел в этот мир для того, чтобы обрести первого человека, Адама и Еву. И вот сюда на землю я пришел, и здесь я их не нашел. Они находятся там, в глубине, в темнице адской. Они заключены в узах. Дьявол, смерть и грех их там заключили. И тогда в эту темницу нисходит Христос, освобождает первого человека, Адама и Еву, и выводит их из этой темницы. А еще говорится о том, что когда-то в райском саду Адам и Ева трепетали после своего грехопадения, они боялись приближения Бога. Помните, как они испугались и стеснялись и прятались от Бога? А Бог ходил по райскому саду и взывал: «Адам, Адам, где ты?» А здесь, уже когда он оказался не в раю, а в аду, в этой темнице бытия, когда приходит туда Бог, Христос, он с радостью его встречает, бежит ему навстречу, обнимает его, лобызает и восходит с ним из этой темницы в райские чертоги. Много прекрасных образов. Вчера, например, мы слышали стихиру, и сегодня утром тоже на часах царских: «Днесь висит на древе, и же землю на водах повесивай». Висит на древе — это значит, на кресте висит, пригвожден ко кресту. И вот он висит на этом древе, его казнят позорную казнью тот, кто повесил на водах землю. То есть, значит, утвердил всю вселенную. Тот, кто задал ход, сначала задал бытие, а потом и ход, движение, существование земле, солнцу, звездам, всей вселенной. Тот, кто утверждает все законы мироздания, он висит на древе. Тот, кто одевает небо облаками, он облекается в позорную багряницу. Царь ангелов одевает на себя терновый венец и получает заушение, оплевание, унижение. А он царь ангелов. А ангелы, так пишется, они смотрят и удивляются, как это воины земные, человеческие, которые бесконечное количество раз слабее ангелов, ангельского воинства, как эти воины, они царя всей вселенной унижают и обижают. В общем, много трогательных и прекрасных образов созданы церковными поэтами, и вот изложены в триоде постной и в триоде цветной, которая уже излагает для нас пасхальное торжество. Но главный смысл – это искупительная жертва Христа. Проклятие, которое было на всем живом, это проклятие, которое воспринял на себя человек после грехопадения, это проклятие берет на себя Христос и в ад его погружает, отдает кесарю кесарева, аду отдает его проклятие, а с нас его снимает. И теперь каждый из нас свободен в том, чтобы жить праведно и восходить вместе со Христом на небеса, в Царствие Божие. И только для христианина наступает Пасха, то есть прохождение мимо, когда смерть проходит мимо тебя и не забирает тебя навсегда в эти адские подземелья. В общем, события, вспоминаемые вчера и сегодня, они, конечно же, трагичны, они печальны, но в них, в их глубине, пребывает огромная пасхальная радость, которая уже буквально завтра вечером, завтра в полунощь, она нас достигнет, если Бог даст, доживем. Вот такие дела. Вот. Ну, еще, наверное, нужно сообщить вам о некоторых изменениях, значит, в жизни нашего прихода. Сегодня я такую бумажку получил, там написано о том, что автор этой бумаги, митрополит Герман, написано там, что в связи с назначением епископа Елисея, управляющим епархией Урюпинской Новоаннинской, клирик прихода Иоанна Кронштадтского иерей Григорий Мусохранов назначается настоятелем данного прихода. Прихожане должны знать о изменениях в жизни нашего прихода. Значит, завтра богослужение начнется 7:30. 7:30, да, завтра половина восьмого, часы и вечерняя с литургией Иоанна Златоуста.
Василия Великого. Василия Великого? Да, Василия Великого. И, значит, после службы освящения куличей, яиц пасхальных, и далее с 3 часов, с 15 часов, завтра будут ежечасно освящать куличи яйца до 20 часов. Затем 21 час чтения деяний апостольских, как это положено по уставу, в храме. Далее в 22 часа исповедь начнется. Вот, если кто уж совсем не успел поисповедоваться за Страстную Седмицу. Вот. Ну, если люди так, захожане, просто мы их до причастия допускать не будем, поскольку ведь причастие – это великая святыня, это сокровище. Зачем же мы свое сокровище будем отдавать кому-то там, чужим людям? Не будем же, правильно? Ну, это наше, это тело и кровь Христова, это наша драгоценность. И далее в 23:30 пасхальная полуношница здесь, в этом храме. И в полунощь мы исходим крестным ходом из этого храма в новый строящийся храм. И там начинаем пасхальную утреннюю часы и пасхальную литургию. Затем, после литургии освящения куличей, в 7 часов вторая литургия в том же храме большом. И в 9 часов третья литургия уже в этом храме. После поздней литургии также освящение куличей, и дальше ежечасно будут освящаться куличи. Ну, до обеда, наверное, как будут приходить люди. Вот такие грандиозные планы у нас на ближайшие дни, а также на Светлой Седмице. Ах, да, еще на Пасху в 16 часов состоится крестный ход от часовни Александра Невского на Центральную набережную. Там в 17 часов. Владыка Высокопреосвященнейший Герман будет совершать пасхальную Великую Вечерню. Так что все приглашаются на это богослужение. И на грядущей седмице, в среду, у нас также светлый праздник, торжество. К нам должны приехать аж целых 2 архиерея, 2 епископов будут служить в нашем новом строящемся храме. Наш митрополит Герман и наш выпускник, можно сказать, епископ Урюпинский, Новоаннинский, Елисей, да, вот они будут служить в среду в 10 часов утра. Ну, расписание висит там на стенде, так что, если кто что-то забыл, можете там уточнить. Ангела-хранителя, со страхом Божиим, со страхом, не толкаясь, не злясь друг на друга, не осуждая, прикладываемся к плащанице. Значит, освободить надо место, чтобы можно было приложиться, не толкаясь. И далее, чтобы можно после того, как поцеловали плащаницу, выйти туда, в западные врата царские. Целуй Евангелие и стопы Христовы. Лик Христов целовать ни в коем случае не дерзайте. Ангел хранитель. Ничего нельзя. Как нельзя? Можно, да? Спасибо, Господи. Ну и все.